Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Бритиск. В своих тренингах я неоднократно приводил в пример фотографии американского фотожурналиста Стива Маккари. Он начал свою карьеру во время войны в Афганистане в 1984 году, прославившись фотографией афганской девочки, которая стала самой узнаваемой обложкой в истории журнала National Geographic. Вот фотография автора с портретом девушки из Пешавара в Пакистане. Стив рассказывает: «Я 17 лет искал эту девушку и, наконец, в 2002 году нашел ее. Ее зовут Шарбат Гула». После публикации снимка испуганной красавицы-беженки с широко распахнутыми глазами в 1985 году на обложке National Geographic образ через какое-то время стал всемирно известным символом афганского конфликта и страданий беженцев во всем мире. Сейчас фотографию называют даже афганской Моной Лизой. К 2002 году команда National Geographic все же разыскала Шарбат. Ей было уже около 30, она вернулась в родной Афганистан и никогда до момента встречи с National Geographic не видела этой фотографии и не знала о своей всемирной известности. Стив Маккари делал фоторепортажи международных конфликтов, включая Ирано-Испанскую войну, войну в Ливане, Камбодже, на Филиппинах, войну в Персидском заливе, войну в Афганистане. Его работы были опубликованы по всему миру в разных журналах, а в 1986 году он стал членом агентства Magnum Photos и вполне заслуженно. Многие работы Маккари всемирно известны, а кроме всего, почерк автора, его узнаваемая подача – это цветная фотография, красочная, с характерными акцентами, с удивительной реалистичностью, художественностью, смыслом и силой момента, не оставляющими равнодушным никого.